Планшет. На уроке учитель заметил. О нет, что делать? Так, книжка. А я тут книжку читаю. Обалдеть, друзья. Ух, пронесло. Планшет обратно. А он уже не превращается. Так, карты. Как? А где они делись? Ой, время, домой пора. Все, короче, швабра, шарик, пошли домой. Время пришло. Обалдеть. Вау. Как она так делает, ребята? Как катку? Смотрите, друзья! Где там это? Где розетка? Где-то была тут розетка. Обалдеть! А вот вау! Розетка. Руки были пустые. Кольцо! Как? Смотрите, секрет, как этот фокус делается. Так, получается, у него пятерка бубновая под десяткой. Кто играл в такой конкурс? О, стул нарисованный был! На полу! Стула не существует! Это обман зрения! Вау! А у нее существует ниндзя. Ниндзя, который заставляет влюбляться. Ниндзя Купидон. Сталкивает мальчика с девочкой, чтобы они познакомились. Я ниндзя. И что он будет делать? Ё-моё, поломался. О, лёд разбил. Ноутбук разбил. Так. Ага. Вытираем стульчик. Стульчик помыть. Как? Ай. А что нужно делать, когда заканчивается туалетная бумага? Смотрим в дырочку, вставляем в камеру и достаем целый рулон. Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новые фокусы и магия, всем привет! Привет, друзья, Валеришка Геймс. Напишите, кто из нас сегодня больше сказал вау. И сколько раз ты, самые лучшие волшебные трюки. Поехали. О, так. Это мальчик. Мальчик с девочкой, а эта девочка ему нравится. Ах, ты что, ты с моей девочкой типа разговариваешь? А ну как же его прикольнуть? Фокус сейчас какой-то будет, друзья. Аре. Смотрите, ты тут, короче, самый крутой, да? Но я тебе сейчас покажу такой фокус прикольный. Смотри, пробиваешь карандашом стакан. И чего, друзья, будет? Берет у него колу, наливает себе, она не протекает, смотри. Стакан держит эту колу внутри себя, карандаш. О, достал! На, гуляй. А я пошел со своей девушкой. А как он это сделал? А как он это сделал? Ну давайте, друзья, смотреть. Две дырки. Так, две дырочки делаются в стакане заранее. Ага, двойное дно. Он вставляет второй стакан в первый и мимо него продевает карандаш. А потом просто наливает колу во второй стакан. А как ты это сделал? А как ты это сделал? Сейчас я тоже, смотри. Попробую. Опля. Протыкается что-то. Провал. Так, ребята, смотрим наши фокусы. Крутые мальчики. Играет в планшет. На уроке учитель заметил. О нет, что делать? Так, книжка. А я тут книжку читаю. Обалдеть, друзья. Ух, пронесло. Планшет обратно. А он уже не превращается. Жестяк, что я наделал. Так, смотрим дальше, друзья. Побег с тюрьмы. Блин, забор высокий, полиция, охрана. Меня заметила, что делать? Вау, он что на... Да, ребята. Ой, извините. По тени взобрался. Эй, друг, а меня затаскивай. Ой, я не успеваю, уже полиция. Ё-моё, руки вверх. Тень. Они ловят тень, друзья. Я ушел, извините. Так, смотрите дальше, следующий фокус. Магическая штука. Магия. Ой. Телефон сел. Батарейки. 5% заряда. Убрал записочку. Ой, да, извините. Провод. Он сделал зарядку. Смотрите, друзья. Где там это? Где розетка? Где-то была тут розетка. Обалдеть. А вот вау. Розетка. Как он так руку с телефона заряжается, смотрите, заряд пошел. Так, продолжаем фокус. О нет, а что случилось? Он же включил. Кот достал, друзья, достал зарядку с телефона. Так, смотрите следующие фокусы и трюки с разгадками, с раскрыванием секрета. Так, что он делает с ладошками? Сжимает их. А ну, и что будет? Потряс. И что? Не знаю. Смотрим. Монетка. Офигеть! А откуда она взялась? Ее же не было нигде. А в чем секрет, друзья? Расскажи секрет этого фокуса. Секрет. Так, давайте смотреть. Берется монетка. Кладется между сюда. Пальцами.
с внешней стороны, между пальцами. Показывается две ладони внутренней стороной, а задняя не показывается. Получается, две ладони сжимаются друг с другом, монетка проталкивается за счет второй руки и оказывается внутри. Ребята, вот такой вот фокус. Карты. Так, карты. Как? А где они делись? Под стол. Походу под стол. А ну давайте смотреть, как это случилось. Ну это ж не одна карта, это целая колода, так просто ее не сделаешь. Так. Оп. Да! Он ее сталкивает под стол со своей ладони. Смотрите, друзья, как здорово и как это быстро. Опа! И все. Карты и ее нету. Крутяк. А вот она. Так, следующий фокус смотрим, друзья. Карта. Воу, поменял карту. Смотрите, а вторая рука пустая, там карты нет, он ее никуда не спрятал. Как это делает? И за рукав он ее не спрятал, у него все руки свободны. Смотрите, секрет, как этот фокус делается. Так, получается, у него пятерка бубновая под десяткой. Он ее чуть-чуть предостает. А, и что, под пальцами прячет? Да, она у него в ладони в той остается. И он ее просто кладет сверху. Это все делается настолько быстро, такая ловкость рук. Поддержите лайком это видео. Смотрите новое необычное видео на Валеришке Макс. Ссылочки на все наши каналы в описании. Вылез. А как так он вылез? А ну еще раз. Опля. Нет! Больше не получилось. Его замели. Тан-дан-дара-дара-да-та-таран. Так. Кто играл в такой конкурс? Стул нарисованный был! На полу! Стула не существует! Это обман зрения! Вау! А у нее существует. А она села. Ё-моё! Наколули. Так, носки. Носок убегает! Смотри, лови! Тут лежал носок, а где он делся? Ладно, неважно. Пойдем себе в зеркало возьмем еще один. Вау! Круто! Взял второй такой же носок из зеркала. Он опять убегает! Так, ты что, хотел... Лови! Картинная галерея. Ага, картина с яблоком. Что-то так яблочко захотелось. Он что, заберет с картины? Не видит? О. Забрал с картины яблоко, ребята. Ой, мужик на него ругается. Говорит, а ну верни мне быстро яблоко на картину. Ой, хорошо. Извините. Так. Я ниндзя. Ниндзя. Это какой-то волшебный ниндзя. Ниндзя, который заставляет влюбляться. Ниндзя Купидон. Сталкивает мальчика с девочкой, чтобы они познакомились. Я ниндзя. Опа. Класс. О, бля, так следующий смотрим наш фокус. Кольцо. Это магия. Волшебство. А ну отвернись. Сейчас что-то будет. Так, кольцо и резинка. Получается обычная резинка. Вау! Как она так делает, ребята? Как кольцо само поднимается по резинке? А ну расскажи секрет. Это не магия. Никакого секрета. Просто волшебство. Да что ты нам рассказываешь? Давай секрет. Так, смотрите, она натягивает резинку, и второй рукой она чуть-чуть ее приотпускает. За счет этого резинка движет кольцо наверх. Вот какой секрет был, друзья. Так, ох ты. Как? Монетка куда? Исчезла. А ну куда она исчезла? Давайте смотрим. Ой. Вау. Как? Тут монетка была. Так, смотрим секрет этого фокуса. Так, как тут это все делать? Не просто так. Ляп. Что он делает? Монетка в ладони. Он быстро, получается, ее подбрасывает и второй рукой ловит. Вот в чем секрет. Смотрите, друзья. Он ловит второй ладонью монету. Но это сделано настолько быстро и настолько неуловимо для взгляда. Всем соловим. О, видите, поймал. Вот она. Да, он показывает. И теперь он снимает колпачок. И просто выбрасывает монетку из второй руки. Оп. Да, а как будто бы она с колпачка выпадает. Вот такой вот трюк, друзья. Какой трюк вам сегодня понравился больше, напишите нам. Карта, откуда не возьмись? Как она появилась? Да. Ой, как это а ну давайте смотреть, как он это делал. Внимательно. Он карту взял. А, он просто ее под определенным углом прячет, и за мизинцем она не видна. И потом он ее просто второй рукой резко просовывает. Опля. Да. Есть. Круто. Так, смотрим следующий наш фокус. Еще нету. Пустотой играется. Ага. Ну, на джинсах. Руки были пустые. Кольцо! Как? Ребята! Давайте смотреть внимательно, откуда он это кольцо взял. Ха!
он в складке в джинсах его спрятал. Друзья, вот какой трюк с джинсами. Вы можете такое сделать со своими друзьями. Напишите нам, кто какие фокусы со своими друзьями делал. И вот он, типа, играется без этим невидимым кольцом. И вот он его достает. Просто из складки в джинсах. Крутяк. Так, следующее. На планшете. Сапера играет на ноутбуке. Ага. Зависло что-то. И что он будет делать? Ё-моё! Поломался! О! Лёд! Разбил! Ноутбук разбил! Так. Ага. Вытираем стульчик. Стульчик помыть. Как? А где нога еще одна? А потому что это иллюзия! Это иллюзия! У стула нету этой ножки. Если смотреть под определенным углом, кажется, что его их четыре, на самом деле их три. Так, камень-ножницы-бумага. Су-е-фа. Оп-оп-оп-ка. Победил. Ой, извините. Так, моет полы. Следующий фокус. Ой, время. Домой пора. Все, короче, швабра, шарик, пошли домой. Время пришло. Обалдеть. Все, пошли. Вау, круто. Так, фокус оп, с яблоком. Опля, как? А за счет чего он удержится? А ну давайте смотреть, за счет чего. Да блин, спалил. Рассекретили, спалил фокус. Закончилась туалетная бумага. Ребята, что нужно делать, когда заканчивается туалетная бумага? Смотрим в дырочку, вставляем в камеру и достаем целый рулон. Вот такой вот фокус, друзья. Кто так же? Напишите нам. Поддержите лайком это видео, смотрите серии новые на всех наших каналах, ссылочки в описании, друзья. Мы стараемся только для вас, потому что вы у нас кто? Самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока-пока. Напишите нам, какой фокус вам сегодня понравился больше.